понятно? Сегодня 30 сентября 2018 года. Мы не переместились во времени, это все по-настоящему. Прямо здесь и сейчас происходят съемки полнометражного фильма «Чернобыль. Зона отчуждения». И вы даже представить себе не можете, насколько это будет круто. Это просто какое-то, наверное, историческое событие, потому что это первый, самый первый съемочный день третьего сезона «Чернобыля» с полного метра. При этом это естественное продолжение того, о чем рассказывали раньше. Я думаю, что сейчас пока рано раскрывать любые повороты сюжета. Точно? Пусть лучше дождется и увидит все сам. Сейчас хорошо было. Это такое абсолютно полноценное кино, самодостаточное. Плотность событий просто зашкаливает. И вас ждет очень много сюрпризов. Я Илья Щербинин специально для Комик-Кон Россия. Это Константин Давыдов специально для Комик-Кон Россия. Это Кристина Козинская специально для Комик-Кон Россия. Я Евгений Стычкин специально для Комик-Кон Россия. «Чернобыль. Зона отчуждения» в 2019 году во всех кинотеатрах.